Рыбница вошла в десятку городов, которые проявили наибольшую активность на выборах президента России за рубежом. Сегодня награды от посольства России вручили членам избирательной комиссии. В северной столице работало два избирательных участка. Голосование на них прошло на высоком уровне. Число избирателей в этом году превысило 5000. Прежде всего отметить хорошую организацию со стороны государственной администрации, что было проведено на высочайшем уровне, ни одной претензии, жалобы не поступало. Членам избирательной комиссии вручили грамоты. Их незаметный на первый взгляд труд позволил приднестровским гражданам России сделать свой выбор. Например, Сергей Крамарь работал на выезде. Вспоминает, в тот снежный мартовский день было сложно добираться к избирателям. Прошло все, конечно, очень сложно, но мы справились. Снега действительно было по колено в районе. Не раз застревали, не раз нас вытаскивали из снега. Но мы вовремя приехали, вовремя сдали документы, все как положено. Всего благодарность за проведение российских выборов получили 11 рыбничан.